Город просыпается. В 8 утра они уже готовят кафе для приема посетителей. Открываются. Кто в 9, если завтраки предлагают, кто в 10. Но работают до поздней ночи. Птички раздирают пакеты с мусором. Потом этот мусор по всей улице валяется. Такие наглые еще. Зовут, созывают всех. Еды навалом, говорит, прилетайте. Сегодня я пришла к зданию военного арсенала морского в Венеции. Здание-то датируется 1104 годом постройки. Предназначалось оно для строительства судов и оружия для судов. Флот строила Венеция для того, чтобы для своих крестовых походов. Два было входа, один для рабочих со стороны суши и один для кораблей со стороны моря. Здесь же изготавливались, помимо судов, пушки, затем порох, ну и так далее. Все оружие изготавливалось тоже здесь. Сейчас эта территория используется для проведения различных мероприятий в Венеции. Есть еще один арсенал в Венеции, но в другом уже месте. Его построили в начале 14 века. И третий арсенал был построен после поражения войны с турками в самом начале 16 века. Я хотела сюда зайти посмотреть, что да как внутри, потому что очень такое здание интересное, мне сказали, да вы что, вы сюда не можете зайти, это действующая военная база. Я была очень удивлена. Интернет не открывает мне страницы, и ничего невозможно увидеть на месте. Какая красота кругом. Вот интересно, как привозят стройматериалы. На лодке такой кран. Здесь идет реставрация здания. И также на лодках привозят стиральные машины, сушки меняют, я посмотрела. Потом этот мусор также на лодке увозят на материк. И также привозят и товары тяжелые. Просыпаются гондольеры. 10 часов они начинают работу. И до позднего вечера работают. Я сейчас иду по направлению к книжному магазину. Здесь очень прикольно есть книжный магазин. Он как раз открывается к моему приходу в 9 утра. Хочу посмотреть, что там такого интересного. Судя по карте, он очень даже прикольный. Там старая гондола стоит. Можно ее рассмотреть достаточно так близкого расстояния к старой книге. Такие интересные улочки. Интересно, здесь апартаменты или отели. Вообще никого нету. Очень странно, потому что в 9 часов обычно уже в Венеции куча народу. Толпы. И чтобы что-то увидеть, нужно вставать очень-очень рано, пока не прибыли люди с материка.
потому что в основном все останавливаются, конечно, на материке. И сюда приезжают на день побродить и вечером уезжают снова на материк. То есть вечером здесь тоже хорошо, свободно гулять. Привет, красавец! Здесь находится небольшой магазин книжный. Сейчас посмотрим. Thank you. Очаровательный. Вот увалился на книге. Ой, так здесь их очень много. Что у меня такое скрипит, интересно, в рюкзаке? Вчера день был.
здесь можно пожертвования оставить несколько евро. Такой шикарный вид из окна библиотеки.